Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов. И сегодняшним роликом я хочу дополнить тот ролик, который у меня был про мое подключение батарей, моим способом. Много комментариев очень под тем роликом. Кстати, ссылка на него будет где-то здесь, но также ее можно будет найти и в описании под видео. И в том ролике я рассказал, что моя система подключения батарей работает. Самое главное, что работает она в моем случае, при моем котле, моих трубах, моих диаметрах, моих батареях, моих количестве секций, моих, ну, в моих условиях это все работает. Я даже специально взял вот такой вот приборчик для телефона. Это тепловизор, который подключается к телефону, и с помощью него можно оценить распределение тепла в батареях. Я хочу вам этим роликом сказать то, что, точнее, подтвердить то, что я говорил в том ролике про батареи. Кстати, кто следит за YouTube'ом и... Сейчас разразилась некая война там между известными блогерами, сантехниками, которые приводят свои доводы. Можно так делать, нельзя. Но еще раз напомню, я рассчитывал, когда делал свою систему отопления, я рассчитывал на то, что она будет минимальная по затратам материалов, эффективная в моем случае по распределению тепла в батарее и, соответственно, по отдаче тепла в окружающую среду. Мне кажется, мне это удалось. Итак, давайте просто вот посмотрим на тепловизор, как это все происходит. Я сейчас немножко ускорю видео, но там ничего не происходит. Там просто поднимается температура, а батарея, как была, вся практически без мертвых зон, без синих полос, она вся практически равномерно прогрета. Ну, давайте посмотрим.
знаю, какие еще нужно приводить доказательства в пользу того, что моя схема подключения низ-низ с байпасом за ужином реально работает. То есть я снимаю тепло с батареи, батарея равномерно прогрета, то есть нету никаких сильно застойных зон, где может осаждаться шлам или всякая другая ерунда в батареях. Но, тем не менее, вы все сами видели, можете делать так же, можете почитать комментарии и делать так, как вам советуют люди в комментариях. Я же всего лишь показываю, что моя схема работает в моем случае. Хотите верьте, хотите нет. Я не знаю, какие вам еще нужны доказательства. Если напишите в комментариях, я постараюсь сделать какой-то эксперимент и сделаю его для вас. Но на просторах YouTube вы можете найти множество роликов, которые подтверждают то, что схема низ-низ реально работает. В частности, я еще одну ссылочку специально дам в описании на ребят, которые проводили опыт с разным подключением, то есть низ-низ, диагональное подключение, то есть вверх-низ, и боковое подключение. То есть они ставили это все на гребенку, так называемая лучевая схема отопления, то есть один и тот же теплоноситель одной и той же температуры подавался там в разные батареи. То есть примерно одинаковая длина труб, и все это было одновременно, и у них можно посмотреть. И там реальные выводы о том, что действительно низ-низ все-таки эффективнее всех остальных подключений. Что ж, проведя этот эксперимент, давайте дойдем до выводов. Как бы больно, горько и не обидно это было бы признавать, но самым оптимальным подключением радиатора является нижнее подключение. Вот как-то так. Ну, на этом все. Дружите с физикой, друзья. Ну, а пока. Спасибо, что смотрите. Пока.